Всем привет! Сегодня я буду показывать видео. Видеозапрос. Это видео называется «Что лежит в моей сумке?». И так как у меня несколько сумок, не одна сумка, то мы будем углядеть каждую из них, что же в них лежит. Естественно, все сразу я одновременно их не ношу. Я одеваю под определенный образ. Вот. И последняя сумочка, которую я одевала, это у меня вот такой маленький... Нет, это не клатч. Вот такая вот маленькая сумочка. Она имеет вот такую золотую цепь вот здесь вот. И украшена, как сказать, золотыми такими частичками, делая образ сумки более такой, что ли, дискотечный, мне так кажется. А вот это идут такие кристаллики. Вот здесь вот такие кристаллики находятся. Сумочка идет на магнитном замке. Есть кармашек, золотое обрамление застежки. Я ее обычно одеваю вот таким вот образом. Вот. Итак, что же в моей вот маленькой сумочке находится? Вообще, она очень невместительная. В нее очень мало можно чего положить. И первое, что я достаю из вот этого кармашка внутреннего, это у меня... Слушайте, как лотерея вообще. Я сама на самом деле здесь не рылась давно-давно. Косметика и парфюмерия. С какого-то магазина мне, в общем, дали. Больше ничего нету, как ни странно. А нет, нашла кое-что. Вот такая невидимочка. Коричневого цвета. Вот. А также у меня здесь лежит зеркальце. Причем зеркальце очень необычное. Сзади у него вот такой вот узор. Это с Архангельской области, я его покупала в музее в краеведческом. Из бересты сделан вот этот узор, ну и вот с этой стороны идет зеркальце. Далее, кроме зеркальца, ну естественно, что у каждой девушки у меня лежит набор с тенями, это тени LED. Помните, я как-то вам в одном видео показывала их, вот такие цвета теней идут. Коричневый, розовый, светло, ну, такой беленький и черный цвет. Ну и здесь также внутри зеркальца. Ну и естественно, куда же без кошелька, естественно, кошелек. Кстати, этот кошелек кожаный, лаковый. Он очень и очень старый. Этому кошельку уже лет 17, наверное. В общем-то, такой вроде бы простенький кошелечек, он кожаный, он немного уже разваливается, но как бы вот столько лет он мне отслужил, я его даже где-то зашивала. Реально не скажу, что этому кошельку целых 17 лет, тем более выглядит он достаточно современно. Очень удобный, кстати, вот эта вот система открывания такая простая. Вот, спасибо, Света, если вдруг ты меня когда-нибудь будешь смотреть за вот этот кошелек. Ты даже, наверное, не знаешь, что я с ним столько времени проходила. Какая-то записка? Что это? Кто это мне тут писал? Ну, конечно, что это еще может быть? Это горчичная маска для роста волос. Собственно, это было все вот в этой сумочке. Вторая сумка, с которой я хожу, это вот такая вот сумка. Вы у меня ее видели в видео «Мой аутфит на лето». Ой, на осень. Ну, можно и летом ее носить. Вот такая кожаная сумка, она абсолютно никакая не фирменная, я ее покупала. Короче, какой-то рыночный вариант покупки у меня был. Ну, кстати, хорошая сумка, тоже на магнитных замках, хотя на самом деле это не очень удобно вот в стилистике именно данной сумки. И что же здесь у меня? У меня вот здесь вот идут такие два кармана, раз карман, два карман. Внутри еще карманчик на молнии, и вот у самой спиночки тоже карман на молнии. И что же у меня здесь лежит? Ну да, конечно, у меня лежит каталог мебели из натурального дерева. Мы сейчас выбираем мебель с мужем, поэтому вот у меня здесь каталог. Проездной билет метро. Метро, автобус. Кстати, классный проездной. Можно делать много пересадок. А, билетики, да. Надо посмотреть, есть ли среди них счастливый. Опять заколочка. Опять заколочка и с резиночкой силиконовой на кончике. Вот так вот. Это у меня, кстати, постоянно мои спутники. Еще одна резиночка силиконовая. Она просится обратно в сумку. Очищающие влажные салфетки. Ну, куда же без них, естественно, имеет место быть. Мало ли, там руки вытереть, если запачкались, либо если вы чихнули, либо косметику поправить, либо просто вытереть ручкой. Как ни странно, девочки, у меня в сумке лежат... Ну, удивляйтесь... Носочки.
Вот такие вот носочки хлопковые. Я ездила к подружке и подумала, что если мне у нее в гостях будет прохладно, то я одену вот эти вот носочки. И поэтому они лежат у меня в моей сумочке. Ого! Резинка для волос. Кстати, покупала в Литуале. Красивая резиночка с такими стеклянными украшениями. И крабик для волос. И резиночка. И лежит, ну, естественно, мобильный телефон. Косметичка. В косметичке у меня мои румяна от Dior, которые вы все видели. А можно подумать, что это пудра. Это шисейдовская, вся использованная полностью пудра. Я помыла у нее спонжик. У нее отличнейший спонж. И поправляю, если мало ли что, макияжик ей. Ну и во внутреннем кармане, совсем во внутреннем, у меня опять же салон красоты Ева в виде расчески, такая визиточка. Ну и, собственно, паспорт. Вот это все, что лежит у меня в этой сумке. Это вот такая белая сумка, кожаная также. Здесь имеется вот кармашек. Очень удобно сделано, что вот здесь по бокам кармашки есть. Плюс еще внутри карман на молнии и внутри еще три кармана. Первое, что я вынимаю. Опять какой-то листочек. Комплексы. Реально комплексы. Короче, здесь я писала тему для видео на работе. Пока у меня было время, я составляла тему для видео про комплексы. Пилка для ногтей. Расческа. Ну, куда же без нее. О, еще одна бумажка. Темы. Еще одна тема для видео, которую я еще не сделала, так что не буду вам зачитывать. Тут только сделаю, вы об этом узнаете. Опять эти силиконовые резиночки, они по ходу дела у меня лежат везде. Еще у меня невидимки. Жвачка и резинка для волос. А я искала эту жвачку, думала, я ее съела, а она у меня, оказывается, вывалилась вообще. Дальше, что я достаю? Это наушники от моего телефона, чтобы слушать музыку в поездке. О, блеск Мэри Кей, припыленная роза, очень красиво. Я тут с вами заодно почищу все свои сумки. Еще одна резиночка. Слушайте, у меня больше всего сумок в сумке, это резинки для волос занимают место. Ручка. Блески для губ. Фейк фирма MAC, это блески, вот такие вот цветные, красивые, мне их подарила подружка. Кстати, хорошие, дают увлажнение, хорошо ложатся, они имеют полупрозрачную такую текстуру, их практически не видно на губах, они придают только легкий-легкий оттенок. Карандаш Maybelline, опять же блеск для губ Mary Kay, персикового такого оттенка, и от Maybelline Color Sensational. Карандаш, помада. Вот такие вот три продукта. А, ну это, я думаю, все узнали, да? Это специальный металлический чехольчик для женских дел. У меня таких уже на самом деле куча, я не знаю, куда их девать. Вот ношу с собой, бывает очень, кстати, полезная вещь. Ой, я нашла 5 рублей. 5 рублей и еще один листочек. Я надеюсь, что кому-то мое видео понравилось. В принципе, я сама не ожидала некоторых вещей увидеть в своей сумке. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, ставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо, всем пока.